целью было именно привлечь к административной ответственности или административного задержания или административного ареста. Как я уже говорил, пункт 2 статьи 5 Федерального закона о полиции гласит, что деятельность полиции немедленно прекращается, если достигнута цель. Значит, цель была достигнута. Немедленно должны прекратиться ограничения моих прав и свобод. Отказывался последовать патрульный автомобиль для составления административного протокола, а в связи с невозможностью составления его на месте и целью было именно привлечь к административной ответственности или административного задержания или административного... Административный ответчик Зинков, Александр Иванович, не желаете никаких изменений? Нет? Правом реплики, Денис Иванович, воспользуйтесь. Хочу отметить, что ответчики вводят в заблуждение суд, что неоднократно было подтверждено в виде, что в отдел полиции Зинков не вел для установления личности. Сейчас переначивают как для составления материала, поэтому это не соответствует обстоятельствам дела. Для вынесения судебного постановления по результатам рассмотрения данного административного дела, позволяется совещательная помощь. Пожалуйста, далеко не выходить.